Меня зовут Эркин, мне 13 лет, я учусь в курсе компьютер Саутхоллиге. Меня один раз папа спросил, хочешь ли ты с начала или с середины. Мы каждый раз начинаем с самого начала. Мы же считаем с одного, а не с двух или трех. Ну, я согласился с папой, и мы начали лучше всего с самого начала. В свободное время я больше всего интересуюсь играми, программами, но бывает, что и книгами, но не больше всего, чем играми. В Data Kids можно научиться многому. Можно сразу же научиться про компьютер, но мы начали с Data Kids с самого начала, то есть создание папок про World, Excel и другие. Сразу же после этих мы начали идти в Google Chrome, как скачивать, как грузить и как менять пользовательские настройки. Этот и другие можно пройти в тесты, в Kahoot и сразу же узнавать свои силы. Самое главное в жизни для меня – это моя семья. Больше всего я боюсь ее потерять и потерять всех, кто есть сейчас и рядом со мной. То есть друзей, близких, родных. И, ну, это все. Кроме них, мне на все равно. Мне на все равно. Лучше жить с родными и с близкими, чем с друзьями и с какими-то с дружбанами из улицы. Никто тебя не поддержит, чем родные и близкие. Ну да, друзья поддержат, но они не так любят, как тебя родные. Лучше всего жить с родными, и это самое главное. Они любят, ценят и уважают. И всегда будут помнить. Вообще, у меня очень много целей в будущем, но я не могу определиться, какая именно цель будет у меня самой главной. Я думаю, помочь изменить мир, сделать этот мир лучше. А в какой-то внутри себя я думаю иначе. Я думаю изменить власть, чтобы власть передумала все свои решения и изменила свои цели. Чтобы люди на улице, бездомные, не жили так, как без домов. Без близких, а престарелые в доме престарелых, им было радостно, они сидели и думали, как же им одиноко. Каждый раз, когда я думаю о цели, меня это переполняет сомнение. Но когда я смотрю на своих близких и родных, они меня поддерживают, только и поддерживают. Этим мои сомнения убывают, и я добиваюсь своей жизни, целей. Когда я пришел в эту дата-центр, я сразу же удивился, почему тут очень красивые девушки. И смотрю, тут только самые красивые девушки. Сразу же пришла одна из самых красивых девушек, администраторов, и сразу же ознакомила нас с правилами. Потом нас принесли Data Kids. Саутхоллиге. Там у нас было очень много хорошего, ну и было чуть-чуть плохого. Мы все шли по одной тропинке, кто-то сбивался, кто-то помогал другому, а кто-то, отставал. У меня и у моего братика был учитель, его звали Джалаладдин Юсупов. Он учитель по Data Kids. И всегда он нам помогал, объяснял то, что мы не знали. Тут ученики бывали все равнодушные и помогали друг другу. И, конечно же, учителя. До того, как я пришел в эту дату, я не знал про компьютер. Ну да, были учителя по информатике с 5-6 класса. Я там учился только Word. Научился Word. Другому ничего я не научился. А тут по курсу Data Kids я научился очень многому. Про компьютер, Excel, Word, PowerPoint и Google Chrome. И, конечно же, горячим клавишам. Я очень многому научился, и я рад этому.